По вопросам родительской платы в детские сады в Министерстве образования и науки республики открыли горячую линию. Телефон ее сейчас вы видите на экране. Звонки принимают в будни с 9 утра до 6 вечера. Кроме того, министр образования республики проведет личные приемы граждан. Родители ждут каждый вторник с 2 часов дня и до 4. Предварительная запись по телефону. Вопросы можно задать и в интернете. Письма принимают по адресу, указанному на экране.